20 декабря Хасавюрт посетил заместитель председателя правительства Ставропольского края Иван Ковалев, являющийся почетным гражданином города Хасавюрт. Гостя встретили глава города Хасавюрт Зайнудин Акмазов и начальник городского управления образованием Руслан Ибрагимов. По словам Ковалева, в городе прошло его детство, и он по праву считает его своим родным. Первым делом заместитель председателя Ставропольского края посетил дом, в котором он родился и вырос, после чего направился в Хасавюртовский многопрофильный лицей, где он учился. На Дагестан был родной, закончил Дагестан. Ковалев Иван Иванович, чтобы знали. Заслуженный строитель Российской Федерации, сам я строитель, закончил вот, Дагестанский государственный университет, да, строительный факультет. Поэтому я вам хочу всем пожелать, ну, прежде всего, человеческого, хорошего счастья, дружбу, чтобы в жизни были правильными, хорошими, ну и дела делали. У нас Дагестан самый лучший. Я вам скажу, я много где жил, в других регионах и живу. Отношения, понимание друг к другу, доброта, традиции, это все очень важно и нужно. И это многим надо учить. Ребята, удачи вам, всего самого доброго. Спасибо. Спасибо. Также Иван Ковалев рассказал о том, как приятно спустя столько лет вернуться в город, в котором ты вырос, который в ритме жизни очень сильно преобразился, но все равно остается родным. Первое, я вам скажу, ощущение, это, конечно, то, что коллеги привели меня в родительский дом, где я родился. И я побывал в этом доме, зашел в дом, побывал в тех комнатах, где жил, спал. Рос, и, конечно, эти эмоции, их передать словами очень трудно, и очень это важно. А что касается города, ну, безусловно, другой город стал. Внешне другой город, многое поменялось, но это в ритме жизни, это естественно все. Поэтому и ощущения детские, они были одни. Я вот говорю вот ребятам, что мне казалось, что большая комната, большой дом, громадная школа, она нормальная сегодня, обычная, вот уже другой взгляд. Поэтому, ну что я вам скажу, главное люди, те, которые живут в этом городе. И тогда жили хорошие, добрые люди, я уверен, что и сейчас так. Поэтому вот ощущения такие, ну, специфические, очень душевные. Курбан Герейханов, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».